Приветище, это Рэтчет и Кланк, и мы наконец-то находимся в космосе, а не на какой-то планете, где куча всякой живности и слизняки. Надеюсь, я здесь их не увижу. Короче, мы находимся на туманность G-34. Здесь нам нужно разобраться с бларгами и найти их оружие и открыть какие-то космические пространства. В общем, куча всего. Денег у нас... Еще пара сделок, и я бою готов! Ну вот, я купил, короче, боеприпасы. Пикселизатор я не могу себе позволить, потому что у меня болтов маловато. В общем, пойдем. Пойдем, наконец-то, погуляем по космосу. Тут нам пригодится лазутчик. А лазутчик у нас есть, есть. Так, проникните на военный корабль. А можно? Давай попробуем. Согласно моим данным, мы направляемся к шаттлу для перевозки дорогостоящих экспериментальных объектов. Одного у него не отнять. Всегда себе дело найдет. Глянем, что он там смастерил. Прикольно, прикольно. Смотри, какой корабль огромный. Большущий. Специально для нас. Надеюсь, там никого нету. Потому что... Обнаружен нарушитель. Твою ж налево. Только причалил, меня сразу в нарушители записали. А может, я не нарушитель? Ладно, сейчас разберемся. Вот эти коробки можно сломать? Нет, нельзя. Значит, бежим. Куда бежим? Сюда, да? О, привет! Не договорил. Хватайте любое оружие, он хотел сказать, но не успел. Наглый лис. Наглый клис. Клис-лис. Ха-ха, его завалил. Привет. Почему я мажу? Кто-нибудь скажет мне, что у тебя за каска такая прикольная? Я тоже такую хочу. Фу. Так, будем ходить везде. О, нифига себе. А если я огнемет возьму, а? Тут, надеюсь, ничего нету? Не, ничего нету. Меня, кстати, с другой стороны стреляли, а я даже не видел. Ребят, а что насчет того, чтобы вас просто подорвать? А, нет, я сейчас просто вызову мастера Зуркона. Да, выбирайся, Зуркон. Ты мне нужен. А теперь можно и бластером пострелять. Да, мы с Зурконом команда. Dream Team, все дела. Я правильно иду? Вроде правильно. Нигде не скажи. Опа-на. Так, мне нужна здесь вот эта штука. Ловите. Я в прикрытии. Отлично, все стреляется. Зуркон у меня кончился, надо его снова призвать. Зуркон, уходи. Отлично. Карточка. И мы у центрального компьютера. Это что за ствол? Ты посмотри, новое оружие, что ли? Хочу забрать хищник. Несанкционированное изъятие оружия. Запущен протокол самоуничтожения. Твою ж налево, надо валить отсюда. Бежим! Не нравится мне это. Скорее валим. Удерживайте R2. О, это, короче, он ракетами стреляет. Смотри, он ракеты выпускает, и потом... Прикольная штука. Короче, он ракеты выпускает, они копятся над моей головой, и потом я эти ракеты могу штук 4 сразу отправить врагов. Это очень круто. Смотри, вот, копятся ракеты. 4 ракеты и... ХДБ-щ. И тебе тоже. ХДБ-щ. Я бегу. Черт, я успею. Я успел. Фух. Вот это подрыв. И это все я сделал, да? Ну, отлично. Рэтчет, как идет операция «Падающая звезда»? Мы одна уже упала. Мы отвлеклись, но мы все сделаем. Так, значит. Проникнуть в боевой корабль сделали. Возможно, отыскать оружие на боевом корабле сделали. Отыскали его. Идем дальше. Лазутчиком сейчас воспользуемся. Значит, поворачиваем сюда. Переходим к следующему. Ой. Что происходит? Это инструкция? Не, мне пока не нужна справка. Автовзлом есть? Давай нажмем. Автовзлом. Вы действительно хотите задействовать систему автовзлома, да? Давай попробуем. О, прикольно. И вот так наши герои решили самую трудную головоломку во всей галактике. Автовзломом.
прикол. Погоди, карту хочу посмотреть. Там тоже есть проходик. Подожди, давай мы туда сходим по-быстренькому. Там есть задание. Мы же можем здесь как-то пройти, нет? Отправьте Кланк на разведку. Кланк, давай, иди. Выберитесь в открытый космос. Я в космос ухожу. А как мне их бить? А, кулаки у меня есть, отлично. Слушай, ну тут вместо слизняков жабы в космосе. Космические жабы. Как тебе такое, а? Илон Маск. Жаб на Марсе видел? Нет, а я вот видел. Сейчас жмякнем на кнопочку. Прикольно. А это кто такие? А, это мои друганы. Они мне сейчас помогут. Надо только понять, что делать с этим. Значит, мне нужно запрыгнуть наверх, в принципе, вот и все. А как моя вертушка? В смысле, у меня же вертушка есть, из башки вылазит. То есть я могу летать только вместе с Рэтчетом. О, микросхема. Какая удача, это чип для модификации робота. Ну, шикарно. По идее, я могу перепрограммировать этих роботов. Как ты там, Кланк? Я нашел новое устройство. Ну вот, что у тебя там, мультихват? Погоди, нет, это один из этих новых ионных расщепителей. Находками положено делиться. Нет, ни то, ни другое. Ну, это я оставлю себе. Спасибо. Теперь Кланк может перепрограммировать любого робота, находящегося в его распоряжении. Ну вот, смотри. Энергоробот сделать могу. А, давай вот сделаем его. Прикольно, я перепрограммировал. Вы можете быстро менять типы. Типы. А, вот, типы программирования. Ага. Значит, кидаем его сюда. Врубай энергию. Энергию врубай. Ты будешь энергию врубать? О. Вот как. Вот сюда надо было поднести, окей. Стой здесь. Еще парочку роботов вижу, сейчас перепрограммируем. Вон туда бы как-нибудь попасть. Привет. Что ты умеешь делать? Ну-ка, покажи мне. А, он, наверное, сейчас нам мостик сделает. Строитель, робот-строитель. А вон туда можешь? Вот сюда хочу. Нет, не может он сюда. Ладно, делай тогда здесь. Строй. Красота. Обожаю этих роботов. Они такие чудесные, прекрасные и маленькие. А еще компактные и крутые. Значит, мне надо тебе модифицировать платформу. Вот так. А сюда могу? Могу. Давай сюда. Сейчас лечи всем раздам. Как вам вот так? Воу. Ты видал, мне чуть жаба не сотрала. Опасно. А что такое? Можешь сломать? Нельзя. К сожалению, увы, я. Я думал, там минералы какие-нибудь четкие. Иди сюда. Ты мне нужен. Интересно, а вот эти платформы обратно можно забрать? Сейчас, подожди. Походу, можно. А, точно. Ну, круто. Так, значит, идешь туда. А ты идешь со мной. А, ну мы сейчас вокруг вот так вот пройдемся. Понял. Нам нужно электричество здесь. Перепрограммируем тебя. Перепрограммировать этих роботов. Вот так. Чудесно. Классную модификацию я нашел. Ну и задачка. Значит, прыг-панель нужна. А ты сейчас за электричество будешь отвечать. Наверное. Электричество, вот. Так. Ты пойдешь со мной. Возможно, ты мне пригодишься. Зачем у меня тут было два робота? Вот это вот, конечно, не... А, ну вот, теперь я понял. Там куча тесел стоит. Тесел. Теслы. Какая разница? Вот, куча тесел стоит, и надо будет сейчас здесь электричество подать грамотно. Раз, два, все, я понял, как это сделать. Сейчас. Куда я тебя кинул? Робот. Робот, ты где? Робот. А, вот он, застрял как. Значит, электричество сюда. Эта Тесла будет поддерживать вот эти ворота, скорее всего, чтобы они не закрылись. Даже? Я же прав. Я должен быть прав. Вот, отлично. Скриптит Ванч, давай, делай все свои дела. Причем тут Сквидвард, вообще не понимаю. Не в ту игру играем. И теперь ты кидаешься вот сюда. Но видал, какой я мастер? Электрик. А, вот они.
Грави-ботинки! Ё-моё! Ну круто же, ну круто же! Рэтчет, прием. Я нашел пару магнитных ботинок. Возвращаюсь к тебе. Круто! Я всегда мечтал о магнитных ботинках. Спасибо, приятель. Скоро увидимся. Поскорее бы их уже одеть. Придется на некоторые планеты залететь, потому что там есть... Стой, почему? Вниз опустись, пожалуйста. Вниз. Вот сюда хочу выйти. Посмотреть, что у нас здесь. Я тут уже побывал, да? Давай карту посмотрим. Мы все здесь обыскали, все, можно, в принципе, возвращаться тогда. Рэтчет, я иду к тебе! Я иду. План был слишком мелким, чтобы носить магнитные ботинки, и вернул их Рэтчету. Мы теперь можем ходить по стенкам в определенных местах. Ну что, теперь, я думаю, можно пойти и разведать базу. Бларгов, или как их там зовут? Да, Бларгов. Let's go. Газ? Лучше в него не попадать, да? Я правильно понимаю? Внимание, ученые! Говорит председатель Трэк. Ну да, это опасный газ. За проделанную последние месяцы работу. Пусть я ваш лидер. Многих трудолюбивых сотрудников этого исследовательского комплекса я был бы никем. Оружие, что вы создаете, поспособствует выступлению новой эпохи в истории нашего народа. Сколько жаб. Патроны кончились. Зуркон, выходи, нужна твоя помощь. И, наверное, возьму вот это. Что это у нас? Ракетомет Хищник. О! Постреляем. Бил! Чуть подожгли меня. Так, тут нужны какие-то штуки. Зуркона взяли дополнительно. Давай посмотрим, что нам тут надо сделать. Наверное, одновременно ударить, нет? Да? Ракета отправляется, сама наводяшка сработала. Ой, патроны кончились. Ты разве не знаешь, так. Кто такой мистер Зуркон? Гранаты давай покидаем, чё бы нет. Бью. Зуркон красавчик. Чтобы исследовательский комплекс мог пробраться лазунчик. Если увидите кого-то, кто не похож на Бларга, можете его убить, не задумываясь. Ну вот. Чё началось-то? Так, надо туда запрыгнуть. Забрать патрики. О, карточка коллекционная. Галокарточка. Ее! Сейчас откроем, она какая-то необычная. Получен комплект галокарточек. Это комплект. Давай посмотрим. Что за комплект? Кайфотронная башня какая-то и что-то еще было. Так, я эти комплекты потом поменяю на что-нибудь другое. Ну подожди. Я понимаю, что тебе нужна разруха и стрельба. Из-за этого газа упал вниз, черт. Все, Зуркон больше меня не нервирует, его пока нету. Надо будет вызвать чуть позже. Я кого-то слышал. А, вон они. Они там с жабами дерутся. Так, как насчет патриков? Бластер, у меня есть бластер. Ребят, привет. А, он тут один был. Пожеванный жабами. Что ух ты. Это такое? Похоже, председатель Дрэк собрал собственную армию. Прикольно, какие-то штуки, типа... Кого бы выпустить? Давай тебя. Вау! Аккуратнее. Зуркон, где ты там? Выходи. Я думал, я их оседлать смогу. За то, что высвободил. Было бы прикольно. Ладно, ты остался. Давай еще с тобой разберемся. Испытательная капсула. Ого, кусаки какие. Да блин, дай мне пройти. Все, готовченко. Отлично. Здоровье, правда, просохатил. Серьезно так. О, патрики. Ха-ха-ха, Зургон отрывается. Вонючий пришельцы. Зуркон, ну че ты же любишь пришельцев. Однако для меня важно ваше мнение.
Если вас кто-то не устраивает, озвучьте свои критические замечания ближайшему роботу-убийце. Так будет безопасно. А не для вас, и для всех. Фух. Тут еще есть робот-убийца. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Готов. Пожалуй, я возьму огнемет. У меня патронов, правда, мало. Ой, патронов совсем мало. Так. Воспламенитель. Берись, давай. Трек проводит эксперименты над живыми существами. Тьфу ты, блин, воспламенитель, это не то. Вот, огнебластер. До сих пор путаю. Получать жабы. Французские ляшечки. Чё так много? Ты видал, сколько их они... Так, хорошо. Зуркон есть у меня? Да, вызывайся. Так, теперь вот эта штука нам нужна. Все, вроде мы готовы. Давайте, выходите. Зуркон, вали их, вали, 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 вали. Давай, короче, гранатами покидаем их. Готов один. Другой тоже готов. Жабы, сейчас с жабами разберемся. Можно туда им сразу кинуть? О, отлично. Они прям там сдохли. Там наверху что-то есть еще, нет? Так, ну вроде бы тут все хорошо. Здоровье возьмем. Блин, ну в первый раз просто огромное количество жаб налетело. Я прям кирпичей навалил. Обосрался по полной программе. Держите. Я сюда, пожалуй, спрячусь. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Где мой гаечный ключ? Гаечный ключ. Где ты? Это не ручной титомец. Если вас поймают за кормежкой, восстанет ему скорбь. Прикольно. Давай кого-нибудь покормим. Бросить мультиключ. Кнопка на центральной колонне отключает силовое поле. Надо посмотреть, кто за силовым полем. Что-то как-то не очень-то хочется, но ладно. Походу, у меня выбора особо-то и нету. Давай хищника возьмем. Бум. Бум. Две гранаты, две ракеты осталось. Так, одного хищника мы убили. Значит, бластер. Все, готов. И слава богу, что с одной стороны только это поле отключилось. Это прям радует. Следующее. Опа-на. Тут все было просто. Там снова две эти штуки. Три штуки. Гранат у меня нету. Есть танцевальная штука. Чуть не достал. Сейчас заденсим. Дэнс, дэнс, дэнс. Посмотрим, как вы танцуете. Опа. Да, ребята танцуют. А я сейчас их огнебластером. Вот так вот. Новый уровень. Шикарно. Че, все, натанцевались? Хватит вам? Готово. Фух. Ну что, вроде бы мы в правильном направлении идем. Давай карту посмотрим. Да, чуть-чуть осталось. Зайдем в магазин. Неплохо бы улучшить ракетомет «Хищник». Дельная идея. Купим боеприпасы. И улучшим сейчас чего-нибудь. Воспламенитель «Хищник». Прокачиваем боеприпасы. Это что? Скорость захвата цели. Отлично. Здесь вот тоже качнем. И с этой стороны тоже качнем. Конус прицеливания. Увеличивает область, в которой находятся потенциальные цели. С хищником закончили. У нас есть еще один кристалл. И мы сейчас его, наверное, вкачаем в кайфотрон. Давай. Уязвимость. Танцующие враги получают больше урона. Зона поражения становится еще больше. Это классно. А это дополнительные болты. Уязвимость качаем, короче. Все. Отлично, спасибо за магазинчик. Открываем дверцы. Ох, ё-моё. Выбрать кольцо, повернуть кольцо. Давай будем пробовать. Ага. Сложно. Есть два кольца, короче. Все, я, кажется, понял, как это все делается. Вот так вот. Без автозлома сам все взломал. Хо. Ну, погнали сюда.
что у нас? Ё-моё! Что тут происходит? Это босс? Тут босс будет, нет? Внимание, нарушитель! Ты вторгся на секретный испытательный полигон с Гваргским кривозубом. Председатель Алонсо благодарит тебя за эту жертву. Капитан, вы знали, что тайный проект Дрека — это Бларкский кривозуб? О, в самом деле? Интересно, почему же разведка не доложила? Я полагал, там что-то куда менее опасное. Ну ничего, расслабься и вспомни, чему я тебя учил. А чему вы меня учили? Ничему. По-моему, капитан все знал и просто хотел нас багрить, чтобы нас заживала вот эта нечисть. Мы же ему не нравимся.